Легкой походкой мы вышли из мая. Друзья, всем большой привет. Новый выпуск мобильного репортера. Влад делает вид, что что-то делает. На самом деле, уже здесь все чисто. Это просто, как говорится, для видео специально, ну, создать, как говорится, активность. Бонечка, иди сюда. Иди, моя хорошая. Друзья, как всегда, делимся с вами последними новостями. Рубрика такая, что снимаем одним дублем. И я смотрю, что вам это очень, в принципе, нравится. Бонечка, что сейчас происходило? Расскажи, мое солнце. Вы знаете, друзья, надо было взять и вам показать, как мы все это складывали. Дело в том, что перед вами, друзья, как вы видите, аптечка номер один и аптечка номер два. Здесь мы храним все самое необходимое, да, Владислав? Абсолютно. Все самое нужное на всякие случаи, которые, возможно, могут случиться, которые не случатся. Ну и, в принципе, витамины, которые мы даем там регулярно. Тематические. Да, Влад, что здесь у нас происходит вообще? Что это такое? Чем я тут занимался последние часа два с половиной? Чем мы с тобой занимались вчера вечером целый час? Что мы вчера сделали? Мы сделали инвентаризацию всех лекарств, которые здесь... Регулярную, да, у нас она в полугодичной. То есть, ну, от очень многих лекарств пришлось избавиться, но... Но это Влад с замиранием сердца вчера наблюдал за тем, как я, ну, выбрасывал практически. Выбрасываю, сколько пакета 4 насобиралось, друзья, лекарств. Жесть просто. К сожалению, лекарства имеют небольшой срок годности, и нам пришлось от многого чего избавиться. Тем самым мы немного облегчились, правильно, Влад? Облегчились, то есть все лишнее убрали. Это как вот сердце камня. Просто когда пакеты нес в мусорку. На эти стоимость лекарств, особенно сейчас в наше время, это подорожание все. И вот слезно выбрасывая их в мусор. Влад сегодня плохо спал, друзья, обратите внимание. Господи, думаю, как же так? Короче, Владислав, смотри, просто тебя здесь не было, пока я упаковывался. Ну, да. Ты немного в курсе. Значит, здесь у нас для Бони всякие, на тот случай, если не дай бог, вы увидите, что здесь написано. Бони это очень не любит, но тем не менее, здесь всякие лекарства экстренные там и так далее. Под этой штукой также есть аптечка для всякого рода, если вдруг раны какие-то, где-то порезался, где-то там, не знаю, что-то произошло. Мы работаем с инструментами. Вот. Если мы плохо работаем, если мы некачественно делаем детали какие-то или изготовленные там материалы, не знаю, что-то то, что мы строили, Бонни приходит и прокусывает нам жопы. Вот, поэтому приходит... Потом мы залечиваем. Да, мы залечиваем раны, там аптечка находится снизу. Здесь разного рода, ну, мало ли там кто-то что-то съел, не знаю, застряло, не вылазит, приходится тоже всякие штуки применять. А здесь, ребята, всякие уколы, всякие иглы, всякие катетеры, шматетеры, я накупил этого огромное количество, всякие тут термометры, салфетки, ну, шприцы и так далее. Чтобы у Боньки, например, спрашивают же, проводите ли вы исследования, анализы? Да, мы проводим, друзья, исследования периодически. Есть видео, где я, собственноручно, Владислав, не даст соврать. А по-другому никак у нас не получается. Да, иных методов взять кровь или поставить какой-то укол просто не... Дан Вадимович. Все здесь. Один цензор, это Дан Владимирович, который может что-то с этим сделать. Да. Вот, короче, вот здесь все эти штуки, которыми мы пользуемся, навели, ребята, порядок. Огромное эстетическое удовольствие от проведенной работы. Все подписали, все теперь у нас четко, красиво. И главное, герметично. Ни один таракан сюда никогда в жизни не пролезет, если он где-то и есть на территории или какой-то клоп. И ни капелька воды. И водичка не попадет. Вот, все очень надежно. Вот, сегодня у нас, собственно, очередной обед. Немножко мы его подогреваем, потому что из холодильника все достали. Бонечка очень, наверное, ждет. Мы с Боней сегодня порепетировали продуктивно, поддерживаем форму, друзья, для того, чтобы те трюки, которые мы умеем делать, собственно, не забывать. И для поддержания физической формы умственной мы, собственно, работаем. Думаю, Бонни было бы очень скучно, если бы мы вообще не делали то, что мы делаем, что такое, что ты хочешь? Так раны, что, ну что, банан хочешь, что ли? Давайте посмотрим. Смотрим. Ну давай, открывай, что-то банан заходит. Ой, елки-палки.
Зрители-то не видели, наверное, как все это происходит. Все, бананы нет. Ну, кушай. Дай я тебя поцелую давай. Потому молодец. Все, кушай спокойно. Ты куда прибежал-то? Дай посмотреть, как ты ешь. Все же хотят посмотреть. Это все, ты уже съел. Это вот сейчас чуть-чуть попозже. Время-то подходит к обеду. Вон, кушай бананчик свой. Так. Спрашиваю, кстати, меня просили, обязательно, говорит, возьмите и снимите видео, как Бонечка кушает, сделайте таймлапс или еще что-то. Вот, я говорил, что у нее есть свободное время свое, которое она тратит, скажем, на себя и в спокойной обстановке спокойно кушает, видите. А сейчас мы на самом деле вот снимаем вот это видео и немного ей мешаем. Она такая думает, ну что вы меня задолбали, видите, ну ем я бананы, ем. Зачем меня снимать? Она прекрасно понимает, когда прямой эфир, друзья, или когда мы просто видео снимаем, а когда мы его не снимаем, все проходит более естественно и непринужденно. Вот, а Боня сейчас, собственно, как бы, ну, играет на камеру немного. Вон, видите, губежку свою откатила. Ну, что еще сказать? Вот. Ну, Владислав, ты очень хорошо, что приехал вовремя, так сказать, потому что... У нас еще много планов, будем зрителям нашим показывать, потому что есть кое-какие, к сожалению, сварочные работы, мы с тобой уже запланировали кое-какие дела. Вытекают непроизвольно, что-то наших целей, идей, которые возникают. Ну, стараемся наше хозяйство держать в порядке. О них не стараемся, а мы держим его. Абсолютно верно, в этом, да, Владимирович, хозяйство. Молодец. Хозяйство с большой буквы, все вот. Посмотрите, все капслоком писать. Да, все четко под рукой. Все, Бонька, потом. Она, смотрите, втихую пытается подъесть. Владислава перебили, а приятно было. Ребята, как бальзам на душу. Вот, а чем отличается от хороших хозяйственных, да, вот? Ну, ты вот ночью заходишь, вот закрытыми глазами открыл и взял, что тебе нужно. Друзья, спасибо всем большое за ваше внимание. Не забывайте про наш телеграм-канал, как называется, Влад? Дан Запашный Лайф. И про нашу страницу в Бусти, поскольку, друзья, там тоже есть особые преимущества. Сейчас я выкладываю все видео туда в первую очередь. И те, кто хочет нас поддержать, у вас есть прекрасная возможность это сделать, подписавшись на разные подписки, там, ну, разные подписки, доступ к разному контенту. Вот, всем, друзья, хорошего настроения, позитива и до скорых встреч в следующих видео. Ну, а мы продолжаем нашу тусовку.